Итак, друзья, всем привет! Совсем небольшое видео о новой очень полезной функции в нашем календаре. Специальный календарь для фотографов, который позволяет не просто отмечать ваши даты, но и смотреть, сколько вы уже заработали и сколько заработаете, сколько уже отсняли свадеб и сколько еще отснимете. Также он позволит вам смотреть среднемесячное количество свадеб и среднемесячный доход. Для тех, кто уже знаком с календарем, самая главная новая функция – это сохранение новых дат в Excel. Вот появилась новая кнопочка, нажимаем «Сохранить», и все, весь у нас календарь со всеми данными, со всеми телефонами, со всей информацией сохранен. Поэтому теперь это стопроцентная гарантия, что ваши даты никуда не денутся, даже если произойдет что-то страшное с сайтом, у вас останутся на вашем компьютере Excel-овские файлы, в которых все хранится. Теперь на 100% безопасно ввести всю информацию в нашем календаре и не бояться, что вы все это потеряете. Это работает и с телефона, и на компьютере. Ну а для тех, кто впервые видит наш календарь, вкратце, как это работает. У нас есть весь год, разбит он по свадебной теме, с января до мая такой не сезон, с июня по октябрь сезон и два последних месяца. Выбираем любую дату, и здесь у нас есть вот такие штуки. По умолчанию стоит, что дата полностью занята, второй вариант – предварительная запись и частичная занятость. В зависимости от того, какой пункт вы выберете, разным цветом будут закрашены эти даты, чтобы вам помнить, кто вам только на словах обещал занять, а где у вас еще есть свободное время, а где день занят полностью. Следующее поле – это поле, которое доступно, то есть только оно будет доступно. Никто не увидит, сколько вы берете за свадьбу, какая предоплата, какая сумма и какие личные заметки. Доступно будет только вот это поле, и здесь рекомендовано писать и имена молодожен. То есть ваши молодожены будут видеть, что на эту дату именно их не имена, то есть вы не мухлюете, вы не берете по три свадьбы на дату, потом отсылая туда своих ассистентов и прочее. Мы можем это заполнить. Алена и Петя, допустим. Личные заметки никто, кроме вас, их не увидит. Даже если молодожены зайдут к вам на страницу на Лукапе, они увидят, что на 12 число у них Алена и Петя. Больше ничего они не увидят. Здесь какая-то информация, какие-то особые условия, какие-то особые пожелания, просьбы, либо ваше личное мнение о паре, либо что угодно, что хотите здесь пишите, можете ничего не писать, это только видно для вас. Предоплата, допустим, 5000, вся сумма у нас, допустим, 60 тысяч за свадьбу. Вот у нас дата отметилась. Теперь, если мы перезагрузим, у нас отмечено, что мы уже получили на руки 5000 предоплаты, потому что мы предоплату уже взяли, и нам еще должны отдать 55 тысяч рублей, то есть и у нас одна свадьба. А дальше мы занимаем еще одну дату, там пишем, что хотим, опять 5000 у нас предоплата, здесь нам 30 решили заплатить. Сохраняем. У нас две отмеченных даты. Перезагрузить. И вот он пишет, что у нас будет еще две свадьбы. 10 тысяч мы уже заработали, так как предоплату мы тоже с них взяли, и уже она идет в час полученные деньги. И еще 80 тысяч нам должны отдать. Есть информация подробней. Здесь он показывает, что в 2017 году этот человек в среднем количество свадеб в месяц 0,1. Да, ну потому что на все месяцы всего две свадьбы. Средний доход в месяц 3,750. Опять же, потому что всего две даты мы отметили. В целом, если вы здесь будете заполнять нормально, большинство свадебных фотографов даже не понимают, сколько они зарабатывают. Здесь вы будете видеть среднемесячный доход и среднемесячное количество свадеб. А также вы можете здесь, листая вот эти вот календарики, видеть, сколько вы в прошлом году сняли. Ну, это для тех, кто уже давно пользуется календарем. А так, в будущем, когда вы будете вести на следующие года, вы будете видеть, растет у вас доходы или падают. Вы будете видеть, сколько в среднем вы снимали и зарабатывали в прошлом году, сколько в этом, сколько в позапрошлом. Это очень полезная информация. Еще один момент. Можно сохранить картинку. Она сохранится к вам на компьютер, и вы можете ее куда угодно выкладывать. То есть, чтобы ваши люди, если у вас есть желание, видели это все, сколько свободных дат, какие даты заняты. Картинка сохраняется вот в таком виде, здесь нет ничего лишнего, небольшая пометка, что это сайт Lookup, полностью все ваше поле. И здесь показано, что красным занятые даты, желтым предварительные даты и синим частично занятые даты у вас. И люди уже всегда видят, если что, вы какую-то дату свадьбы отменилась, вы ее удалили, новый календарь сделали, никакого фотошопа, никаких заморочек не надо, очень все быстро, очень все удобно работает. Но самое главное, что вот новая функция, теперь у нас появился экспорт в Excel.
То есть вот он мне показывает две занятые даты, как зовут ребят, личные заметки, но ну, я их не писал, предоплата, дата добавления и дата обновления. Если вы не согласили какую-то информацию, поправки, еще что-то. То есть, опять же, это очень важно, если вы там не можете вспомнить ребят, либо еще какие-то запарки, вы можете увидеть, когда вы сделали эту пометку, найти ВКонтакте общение за те даты и найти ребят. Но по-хорошему, конечно, в личных заметках обязательно писать ссылки на страницы ребят ВКонтакте, в социальных сетях, там, в Фейсбуке и прочее. В общем, вот такая штука, это очень удобно. Большинство моих знакомых ведут календари только здесь. В будущем следующее действие по календарю будет возможность добавлять не просто свадьбы, но и какие-то другие свои дела планировать, и они не будут учитываться в количестве свадеб, и какие-то объединять там в мастер-классы, в воркшопы, какие-то мероприятия, плюс вести разную статистику, разные доходы по свадьбам и от других мероприятий. Вот, надеюсь, было полезно. Очень большая просьба рассказать друзьям, знакомым об этом сайте, пользоваться и не забывать про сайт в поиск мест для фотосессий. Их очень-очень много, уже практически 3000 меток. В большинстве крупных городов уже очень много меток, от 100 до 200 до 300 меток. И также раздел критики, где можно получать очень качественную критику своих работ, получать мнение разных людей, что они здесь подробно выставляют оценки и пишут, что понравилось, что не понравилось, что лучше исправить. Мнения очень разнообразны, очень полезны. Надеюсь, было полезно. Пишите, задавайте вопросы. Ну и большая просьба рассказать обо всем этом друзьям.